«Шторм» — новый многоцелевой бронированный автомобиль-амфибия, разработанная по проекту украинца Александра Кузнецова, украинской научно-исследовательской и проектной компанией «Hellrand Systems» в партнерстве с производителем бронетранспортеров в Арабских Эмиратах «Trade Group». Авторы «Шторм» прежде всего позиционируют свой бронетранспортер-амфибию как машину для поддержки десанта, доставки грузов, обеспечения медицинской помощи и в целом работы в тяжелых условиях. Этот БТР также будет интересен в качестве дорогой игрушки для выходных в тех же песках Эмиратах. Транспортное средство привлекло большое внимание на выставке IDEH Defense Expo в Абу-Даби. БТР вызывает больше трепетных ощущений. Это вполне понятно. Необычный гусеничный бронетранспортер буквально не имеет аналогов. Это первый в мире гибридный многофункциональный бронированный автомобиль, работающий на электродвигателе и способный плавать.